Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщает, что в городе стартует всероссийское беговое движение «5 верст». В субботу, 11 июня, состоится официальное открытие серии еженедельных забегов в парке Гагарина для всех желающих. Это бесплатные дружеские старты на 5 километров. Они будут проходить по субботам в 9 утра. Дистанцию можно преодолеть в любом комфортном для себя темпе, пробежать или пройти пешком. В мероприятии может принять участие любой желающий, вне зависимости от возраста и физической формы. Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте www.5verst.ru и принести с собой QR-код, полученный после регистрации. Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков сообщает, что автоклуб «ДК «Заря»» совместно с администрацией района провели праздничный концерт «У России длинные косички», приуроченный к празднованию Дня России. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Культура». На сцене выступили самарские коллективы и исполнители. В телеграм-канале промышленного района рассказывают, какие нестраховые периоды в жизни входят в стаж. Это служба в армии, уход за ребенком, уход за нетрудоспособными гражданами. А также публикуют ссылку на сайт Пенсионного фонда Российской Федерации, где всю информацию можно прочитать более подробно. Администрация Самарского района сообщает, что прошло завершающее заседание общественного совета микрорайона Успенский. На нем подвели итоги работы за год, вручили награды отличившимся и наметили план работы на будущее.